Всем привет, с вами ЦХД, и сегодня я буду снимать свой летсплей по Майнкрафту. Вот, это я. Вот. Тут вот волки бегают, вот. И сейчас я буду добывать дерево, вот. То есть, все так делают поначалу, то есть, чтобы нормально начать играть, вам нужно дерево. Из дерева вы будете делать всякую херню. Например, палки. С палки очень нужны. Вот. Сейчас доковыряем. Вот. Короче, нужно добивать дерево до конца, потому что какие-то мудаки на серверах всегда оставляют летающие листья. И это очень раздражает, вот. Вот. Вот мы сейчас слышим каких-то собачек. Еще где-то внизу летает летающая мышка. Да, да. Летающая мышь, вот. Вот, у нас есть дерево. Все, дерево превращаем в доски. Получается доски. Вот, делаем из досок верстак. Верстак это такая хрень, на которой можно делать всякую херню. Например, из палок можно сделать забор, например. Вот делаю вот так палки. 4 палочки. Палки крутые. Вот. Берем палки, делаем кирку. Деревянную, конечно же. Теперь мы ищем камень или вкопаемся вниз. Вот и мы видим шерсть. Видимо, наши любимые волки уже всех поубивали овечек. И вот, собираем шерсть. Спасибо, волки. Вот. Ну вот, у нас есть кирка. Я не хочу копаться вниз, поэтому вот я вижу камушек. Берем камень. Серенький такой. Вы не ошибетесь, маленькие школьнички. Вот. Копаем его. Копаем вам тоже много. Из камня вы будете строить, как из досок. Вот. Вот. Берем, копаем камень. Нужно много камня. Потому что мы... Потом мы делаем инструменты из камня. Сейчас я покажу, как это делается. Идем к верстаку. Вот. Берем, делаем каменную кирку. Каменная кирка прочнее и ломает другой камень быстрее. Поэтому она крутая. Еще сделаем меч на всякий случай, чтобы убивать всяких уродов. Например, ну куриц можно из кулака убивать. Иди нафиг отсюда. Иди отсюда. Вот. И тебя тоже. На. Ты иди сюда. Куда бежишь? ФПСов мало. Фрапс снимает плохо. Да иди сюда ты. Вот. Вот у нас есть теперь покушать можно. То есть братишка уже... Нет, братишки здесь нет, извините. Да и вот берем наш оставшийся камень и делаем печку. Вот таким вот образом. Берем печку. Ставим печку. Во. Берем, возьмем курятину и зажжаем ее. Берем одну досочку, чтобы топливо, и одну палочку, потому что так будет без потери. Без потери. Вот. Вот курочка удастся. Вот тростник. Тростник такая штука, она растет около воды. Но тут вода, но это лед. То есть вот мы скользим на нее. Вот. Берем тростник, будем делать всякий сахарок. Ну вот. Да вот. Можно это типа кокаин. Вот. Кокаин. Видите. Я его блюю, вот, видите, я блюю кокаином. Вот. Вот. Кокаин это круто. Вот. И вот наша курочка, пока я кушать не хочу, хотя немножечко хочу, но пока не хочу. Ну и
Мы идем копать. Нужно много копать. Это игра про копание. Что называется Майнкрафт. Нам еще нужно сейчас вот те штучки. А вот это еще лучше будет. Видео копаем. Копаем ее. А это вот скелет, который стреляет. И он урод. Еще криповый очень. Иди отсюда. Вот видите, он мне почти еще один. Боже. Господи. Надо покушать. Покушать. И когда мы кушаем, мы не хилимся. Мы хилимся только когда у нас полная полоска голода. Вот. Вот с мышки летают, нам они не нужны. Иди сюда! Вот. Мы убили скелета. Надеюсь, сегодня ничего сегодня выпало. Вот у нас здесь куча. Куча угля. Уголь такая черная штука. Вообще это углерод. Это. Ну, да, это углерод. Вот. Вы же любите углерод. Короче, из этого углерода мы будем делать факел. Факел это очень важная вещь. И как бы без нее вы будете в полной жопе, в прямом смысле. Там в жопе негровы. Вот еще железо. Железо очень важная вещь. Вот, а вот это, я так понимаю, маленький разлом. Тут разлом и плохая вещь. Тут, вон, один упал уже в зомбяк, или мне так кажется. И вообще здесь все в жопе. Это сделать факел. Факел делать вот так. И хера не видно. Вот, берем. Вот. Вот у меня что-то подлагивает. Текстурка один. Вот. 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 Ну и короче, вот, мы сделали докопали железо, так сказать. Вот. Копаем железо. Вот. Там еще камушка немного. Заберем факел. Пока факелы нам нужны. Вот еще железо я что-то пропустил. А, это где скелет бил, точно, точно. Вот, копаем железо. И сейчас я буду его переплавлять. Переплавлять железо, это круто. Вот. Я сейчас могу сделать... мечик кирку, наверное. Вот. Вот вы. Короче, еще можно использовать этот же уголь как топливо. Топливо это круто. Берем, примерно один уголь жарит 8 штучек чего-то. Вот, берем еще досочку, чтобы... Ну, досочка. Пусть будет досочка. Вот. Ну, тем временем мы убьем еще курицу. Вот. Заберем еще курицу сырую. А потом мы начнем строить дом. Но это будет в следующей серии. А сейчас я... Вот, слитки. Слитки. Сейчас я сделаю меч. Покажу. Вот. Берем палки. Я же говорю, палки очень важная вещь. И делаем железный меч. Конечно, лучше сначала делать кирку, но я воин. Я очень сильный воин. Я люблю всех убивать. Вот, поэтому здесь железный меч. Видите, какая крутая текстурка и моделька. Там полигончиков много. Вот. С вами был ЦХД. До встречи в следующих сериях. Пока!